Жакупова Тамара Салимовна, кандидат философских наук, политолог, госслужащая. Родилась 14 января 1953 года в поселке Нелюбинка Тарановского района. В 1974 году окончила филологический факультет Кустанайского педагогического института по специальности «Русский язык и литература» с присвоением квалификации «Учитель русского языка и литературы». Далее, пройдя достаточно жесткий отбор, в 1989 году поступила в Академию общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза, проучилась 3 года в аспирантуре, защитила диссертацию и вышла уже выпускницей Академии государственного управления при президенте Российской Федерации. Заочно окончила Алматинскую высшую партийную школу. Трудовую деятельность начала в 1974 году учителем русского языка и литературы, организатором внеклассной работы Майской средней школы Тарановского района. С 1978 по 1993 годы на партийной работе. С 1994 по 2005 годы доцент, старший научный сотрудник, доцент кафедры философии Кустанайского государственного университета имени Ахмета Байтурсынова, заведующая кафедрой коммуникационного менеджмента. С 2012 по 2015 годы начальник департамента внутренней политики Акимата Кустанайской области, руководитель регионального центра подготовки и переподготовки госслужащих, награждена медалями и грамотами. Лауреат премии «Ажар» Ассоциации деловых женщин Казахстана в номинации «Политика», премии «Хазна» Клуба меценатов Кустанайской области за создание многотомной серии книг «Они сражались за победу», обладатель знака «Имбек Ерлігі», автор 4 монографий.